нас сейчас каникулы осенние, мы едем в Осло. Сейчас я вам покажу, что за окном у нас творится. Уже зима. Вот смотрите, мы даже не ожидали, что так будет, и колеса не сменили на зимние. Уже зима, снег, шел сейчас, многие машины полные в снегу. Сейчас снег перестал, но вот кошмар, конечно, ехать боимся, потому что скользко. Сейчас мы в Осло. И варты ослоховские, да? Так, мы в отеле уже, только что приехали, здесь дети, здесь мама. Посмотрим туалет. So food, I can film. Сейчас идем мы на завтрак. А? Сейчас мы идем, сейчас, да. Ищем машину. Скоро у нас посадка на корабль. Магазин закрыт. Мужу повезло, что сегодня все закрыто. Потому что так охота что-нибудь купить. Здесь такие магазины классные. Хотя больно ничего не надо, но есть у меня пара желаний. Посмотрим, исполнить они или нет. Вот как всегда, дружеские отношения брат-сестры. Комда! Вот. Хорошо, что нам повезло с погодой. Ну что это такое? Все, приехали. Вон наш корабль стоит. И вот это ждет нас. Ура, 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 ура. Класс. Вот это класс. Без GPS не найти ничего. Håll till höyre og så ta tred. Om 100 meter, kjør inn i rundkjøringen og ta tredje. Опять на магик поедем, так что здесь мы уже все знаем. Класс. Так, взяла я вот такое платье, сегодня буду в платье. Уже переоделась, муж пошел с детьми, в общем, отдыхать, пока я тут наряжаюсь. Не знаю, какое зеркало то отсвечивает. И как показать там. Покажу вам. Дети, да, с потолка снимают, с кровати. Такое обычное. И в этот раз нам повезло. У нас супер-супер каюта. Только окно замызганное. Вот, мы уже плывем. Сейчас собираемся на обед. Мы всегда заказываем в ресторане обед. И будут детские активитеты. И мы с мужем тоже пойдем на наши активитеты. Будем отдыхать, в общем. Естественно, по магазинам. Вот, и активитеты. В общем, завтра в Германии погуляем, в общем. В этот раз, так как каникулы, очень много народу, и поэтому мы думаем, что лучше брать
дни, когда, ну, на неделе все-таки лучше будет. Глядите, что муж принес. Шампанское какое-то новое, еще такое не брали, золотое называется. Вот такие штуки он берет для похмелья. И взял розовое вино, как я люблю. Конфетки такие, да. Такие тоже для похмелюшки. Думаю, что еще я зайду еще. Но это мы все домой берем к Новому году и вообще, ну, если кто гости придут. Класс, Ксения. Атрика. Сейчас мы уже в Германии. Вот одна сидит. Так что пошли мы кушать, затариваться и отдыхать. Конечно, красотища. Да, Ксения? В общем, девчонки, мы уже плывем. Домой хотела вам поснимать в городе, но так увлеклась покупками, что, в общем, набрала целый мешок, забыла про съемки, про фотки, про все. В общем, в этот раз лучше, когда не первый раз уже знаешь, куда идти. Вот, и в следующий раз будет еще лучше. В общем, очень довольна в этот раз. Классно отдохнули, все довольны. Такая красота, нам очень повезло с погодой. Что сегодня солнце и вчера было, и, в общем, тепло, хорошо. Даже вот сейчас стою на улице, и очень-очень тепло. Понимаю, что вот эту красоту, конечно, не передашь ни камерой, ничем. Это нужно самим поплавать на таком вот огромнейшем корабле. Вот. Многие ездят сюда. Я спрашивала, вот девчонок ездит, ну, вот последние сентября, последняя неделя сентября, на выходные, там ярмарки бывают. Я люблю ездить посреди недели, когда меньше народа, потому что сейчас вот каникулы, и столько народа, это просто ужас. В очередях и в кафе, и везде народ. Я люблю ездить, конечно, когда, ну, поменьше народа, и в магазинах, и везде. Хотя тоже было очень интересно, очень-очень много скидок. В общем, купила все, что хотела. Ну и погуляли тоже очень хорошо. Конечно, за 4 часа невозможно все обойти, тем более, когда собираешься чего-то прикупить, но все равно. Красота, страшная красота. В общем, кто хочет, как он называется, Киль, всем советую покататься на Корлурлай Магик, или забыл, как еще называется. Вот здесь, кстати, пляж. Сейчас мы гуляем немножко с детьми, потом в бассейн пойдем. Прикольно тут. Такая
какая красота. Люди загорают. Здесь бассейн. Можно смотреть. И здесь, я думаю, потолок открывается, когда лето. А здесь красота, загорать можно. Вот будущий ютубер и инстаграм Йента. Девочка. Да, сейчас пойдем, раз. Ребенок замучился в бассейн, хочет. Худышка моя. Стой, стой, стой. Покрутись. Ночной город на корабле.